В рамках программы «Рухани Жангыру» реализуется проект «Туган-Жер». Он позволяет не только укрепить связи человека с краем, с родной землей, но и обеспечить научно-образовательную и инфраструктурную поддержку, исследование истории, географии и объектов родного края. Участники приехали с разных точек области – Ридера, Семея, Катон-Карагая, Курчума. Каждый из них пытался показать лучшие природные достояния своего региона. В работах школьников присутствовали красочные фотографии местных природных достопримечательностей, интересные факты о местности. Они также вспомнили выдающиеся факты об известных земляках. Задачами конкурса стали развитие краеведческого образования, а также утверждение приоритетов регионального образования и региональной культуры. Стоит отметить, что Казахстанско-Американский свободный университет открыт для сотрудничества и является постоянной площадкой для проведения множества мероприятий. Но все, что наш вуз делает, оно никогда не ограничивалось только стенами нашего университета и только нашими студентами и преподавателями. Одним из наших стратегических принципов в области качества является создание формата университет-сообщества. Всегда Казахстанско-Американский свободный университет был открыт для региона, для республики, и подтверждением этому является огромное количество мероприятий, которые мы проводим совершенно открыто для учителей, для школьников, для учащихся колледжей нашей области. Это олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, семинары, тренинги, мастер-классы, в том числе с участием наших иностранных коллег. И сегодняшнее мероприятие – это лишь одно звено в этом ряду мероприятий, которые проводит университет для общественности нашего региона. Ребята, участники мероприятия, продемонстрировали не только стремление к победе, но и четкое понимание происходящего в стране, связанного с реализацией программы «Рухани Жангыру». Важный аспект – это развитие молодежи. То есть сама программа «Рухани Жангыру» – это государственная молодежная программа, направленная для развития молодежи в новых условиях жизни. Ну, сейчас у нас новые условия, новые перспективы, новые профессии. Конкурс, разумеется, большая возможность для всех собравшихся детей, потому что каждый из них хочет занять место, а в процессе выслушивания всех презентаций, проектов мы, конечно же, обогащаем свои знания. И я думаю, что этот конкурс когда-нибудь выйдет на новый уровень, областного, не только областного, а, возможно, даже международного масштаба.